Проснись! Проснись, мой друг! Начинается новый день, а у тебя еще есть работа. Я буду учить тебя тому, что ты обязан знать. Всегда помни, я не только твой наставник. Думай обо мне как о человеке, которому ты можешь доверять больше всего. Навыки, которые ты приобретешь сегодня, будут не только полезными, но и жизненно необходимыми для выполнения твоих будущих заданий. Ты – результат тщательного отбора. Ты очень важен для меня. Ты быстро учишься, мой друг, но я в этом и не сомневался. Теперь ты должен найти какую-нибудь одежду. Хорошо. Пора продолжать, мой друг. Иди к двери, и мы проведем следующий урок. Благодаря этим упражнениям мы разовьем... Видишь? Ты хорошо справляешься, мой друг. Давай перейдем к следующему заданию. Отлично. Хорошо. У тебя хорошо получается. Иди к лифту, и мы продолжим занятие. Ты хороший ученик, лучший из всех, кого я учил. Но я знал это с самого начала. Теперь мы переходим к более сложным заданиям. Я уверен, что ты готов к ним. А, струна. Выбор настоящего профи. Думаю, пора кое-кого приструнить. Попробую ее в деле вон на том манекене. Замечательно. Нож – прекрасный выбор для ближнего боя. Легкий и бесшумный. Он предназначен для тех, кто хочет остаться незамеченным. Лезвие сделано из высокоуглеродистой нержавеющей стали в традиционном стиле. А теперь посмотрим, как ты обращаешься с этим оружием. Видишь манекен? Потренируйся на нем. Теперь попробуй на... Отлично! Хорошо! Неплохо! Ты скоро в этом разберешься. Очень хорошо! Ты отличный ученик! Приятно смотреть на то, как ты работаешь. Вскоре ты усовершенствуешь все свои умения. Мне приятно видеть твои старания и результаты. Продолжай в том же духе, и ты станешь лучшим. Теперь иди к ящикам и выбери оружие. Хорошо. Теперь тебе нужно научиться перезаряжать оружие и стрелять. Иди в тир. Да, весьма неплохой выбор. Надежный и шумный помощник. Но вместе с ним в большинстве случаев последнее слово будет оставаться за тобой. В его обойму помещается 7 патронов калибра 50 Action Express. Это полуавтоматическое оружие с длиной ствола 152 мм и возможностью установить оптический прицел Millet. Заряди его. Хорошо. Прекрасный полуавтоматический пистолет калибра 9 мм. Эта модель широко используется военными и стражами порядка. В обойме 15 патронов. Заряди его.
Мы что, приступим? Не забывай о рикошетах. Не стоит говорить, что оружие не игрушка. Добротная версия Кольта 1911А из качественной нержавеющей стали. Для стрельбы используются патроны 45-го калибра. Прекрасный боец. Твоя реакция безупречна. И можно сказать, я восхищен. Хотя нужно отметить, что я с самого начала возлагал на тебя большие надежды. Теперь твое задание усложнится, потому что на этот раз будут встречаться не только враги, но и друзья. Твоя цель здесь — научиться различать их, пока ты будешь пробираться по лабиринту с пистолетом-пулеметом. Можно вести огонь одиночными выстрелами или очередями по 3-4 патрона. Теперь возьми пистолет-пулемет и заряди его. И помни, ты можешь держать оружие только двумя руками. С ним ты можешь забыть о хороших манерах. Прекрасно. Выбор настоящего профессионала, учитывая то, что это оружие широко применяется в специальных военных подразделениях разных стран. Емкость магазина 15 или 30 патронов калибра 9 мм. Автоматика со свободным затвором. Закрытая казенная часть с плавающим бойком. Скорость стрельбы 900 выстрелов в минуту. Длина 680 мм. Вес 2,8 кг. Настраиваемый механизм прицела. Попробуй его в деле. Хорошо. Теперь тебе нужно будет пройти через город. Выбор специалиста. Если такая профессиональная армия, как армия Израиля, доверяет этому оружию, значит, на него можно положиться. Для стрельбы используются патроны калибра 9 мм или 45 ACP. В магазинах по 20, 25 и 32 штуки. Длина со сложенным прикладом 470 мм. Вес 3700 граммов. Автоматика со свободным затвором. Закрытая казенная часть с плавающим бойком. Попробуй зарядить его и использовать.
Все остальные уровни – ничто по сравнению со сложностью и совершенством тактики, требуемой от тебя на этот раз. Эти совершенные, хорошо оснащенные снайперские винтовки легко спрятать, так как их можно разобрать и собрать за считанные минуты. Тебе нужно будет произвести только один выстрел. Быстрый, точный и красивый. Подойди к ящику и возьми винтовку, чтобы попрактиковаться с ней, научиться перезаряжать и собирать ее. В этом специально оборудованном тире имитированы ситуации, очень приближенные к тем, которые ты встретишь в реальности после прохождения обучения. Ты выбрал классическое оружие, которое вот уже десятки лет пользуется популярностью среди военных всего мира. АК-47, разработан для русской моторизованной пехоты и поступил на вооружение советской армии в 1949 году. Автомат Калашникова продолжает постоянно совершенствоваться и в настоящее время является одним из самых распространенных видов автоматического оружия пехоты. Он отличается надежностью, эффективностью и простотой конструкции. АК-103 разработан под патрон 7,62 на 39 мм, магазин на 30 патронов, прицельная дальность стрельбы 1000 метров, темп стрельбы 600 выстрелов в минуту, начальная скорость пули 715 метров в секунду, длина 943 мм, вес 3,8 кг с заряженным магазином. Настраиваемый механизм прицела. Автоматика работает по принципу отвода пороховых газов из канала ствола. Это качественное помповое ружье с дальностью эффективного огня до 50 метров. Если ты предпочитаешь открытый прицел, то ложе Монте-Карло будет в самый раз. Для стрельбы используются патроны 12 калибра. Ствол длиной 500 мм может быть двух видов. Нарезной для стандартных патронов или гладкий для специальных патронов и дроби.
Так это и есть Гонконг. Кто-то сказал, что это занятное место, полное тайн, смеха и развлечений. Не совсем в моем вкусе.